17 лет. Вот, зовут Адлбек, Жахов Адлбек. Занимаюсь 6 месяцев, да. В каком, в этом зале? Нет, в медколледже в Оксак. Ну, вообще, расскажи, как вот, как сюда попал ты? Не помню, как попал. Что-то, короче... А, друг сказал вроде. Друг посоветовал? Да. Родители не советовали? Я сам хотел. Кто твой тренер? Как долго вот занимаешься? Я занимаюсь в РШММА 7 лет. 7 лет уже? Да. Уже стаж хороший, можно сказать. И как тебе? Как нравится? Да, мне нравится заниматься в РШММА. Угу. Я очень многого достигла благодаря своим тренерам, те, кто меня поддерживали. А в каком зале ты тренируешь? Я тренируюсь в зале Максат, медколледже. Угу. Тренер Мусаин Фасхат. Обычно девушки как думают? Пойти на волейбол или что-нибудь там, какие-то танцы? У тебя не было таких мыслей? Нет, вообще, нет. Мне с самого детства нравилось больше драться, да. Больше быть всегда перед соревнованием, вот этот весь адреналин, все это. Mm-hmm. Без спорта я сейчас вообще даже жить не могу. Да. Тебе больше боевые виды спорта нравятся, чем, скажем, какие-то командные, да, или такие более женские? Нет, мне больше нравится РШММА, да. Заниматься боевыми искусствами. Это все очень интересно, мне очень нравится. А вот какие у тебя вот, какие мечты вот вообще о будущем, скажем? Какой себя видишь, скажем, не знаю, через 5 или 10 лет, грубо говоря? Тебе сколько лет сейчас? Мне сейчас 12 лет. 12 лет. Ну да, скажем, когда тебе будет после 20, скажем. Хочу достигнуть большего, стать бойцом даже UFC. А, уже в планах до UFC, да, дорасти? Да. Хочу получить мастер спорта. Достигнуть больше. Молодец. Желаем тебе удачи. Задача такая. Ребят, посмотрите внимательно. Моя задача коснуться его. Его задача не дать мне это сделать резко. После этого сразу сделать обратный удар. Сразу мне отдать. Любой, либо правый, либо левый. Вот, поздравляю. Поехали. Сейчас, смотрите. Так же начинаем педашки. Можно работать. Как только вам рукой коснулись ноги, сделаем проход сразу. Делаем. Вот, двигаемся. Хоп, сразу делай. Поехали. Отсюда пошли, такое упражнение. Раз, пошли, надейся и работай. Вообще сначала сестренка пошла в этот зал, начала заниматься около... 2 года, наверное, уже занималась. Мне тоже стало интересно, как она там достигала, уже было видно, брала всякие республиканские соревнования. Тоже захотелось ездить, достижения тоже, чтобы были спортивные. Ну, так и потом отпросилась у папы и начала заниматься. Ну, как бы сначала никто не верил, мама вообще сказала, Барик, это я жизнь не придержу. И сказала нет, и так дальше пошло. Она у нас участница, уже в UFC участвует. Вот у тебя было такое желание или мечта, скажем, попасть в такую крупную организацию? Да, конечно. Сначала первым делом начать с казахстанского промоушена, наверное. Уже звали в один промоушен кыргызский, но там, мне кажется, нет таких условий. Сначала хочу попробовать в NFC, потом уже дальше как пойдет. Я занимаюсь около 4-5 лет. Уже 4. 5 лет, да. Являюсь с 19 года мастером спорта по жик-пичек. Мастером спорта Казахстана. И вот недавно защитила титул кандидата мастера спорта по панкратиону. Mm-hmm.
Абугали Алина, мне 15 лет. Араш ММА я уже занимаюсь почти 3 года. Уже 3 года занимаешься? Да. Ну, расскажи вообще, как ты вот пришла? Девушка, например, кто-то? Некоторые бывают против, да. Я вообще... Мы просто выходили из школы, и мы увидели объявление, что набирается набор в Араши карате в то время. И я уговорила папу сходить со мной, и в итоге мне понравилось, и я дальше начала заниматься. Ну, Ази-Доджи это просто название клуба моего в данный момент, где я тренирую. Угу. Вот. А Russian May это, ну, это наша федерация, в общем. Да. Почему Ази-Доджи? Потому что первоначально, когда я начал тренировать, я начинал тренировать в Ази-Моле. И так получилось, что когда на соревнования выходили, там просто говорили, вот там выходят ребята с Азии, и все. Ну, не говорят, откуда, чего там. Вот. И поэтому я все-таки хотел как-то оставить, чтобы на память осталась Азия. А доджо это, ну, как с японского, как зал, где тренируется, там, ну, такое место священное, так скажем. Вообще, слово само «араши», оно японское, его происхождение с Японии, это, получается, переводится как сказать, буря в пустыне. Ну, в данный момент, раньше это у нас как называлось «араши карате», поэтому «карате» – это как путь пустой руки, вот, и получается буря в пустой руке, так скажем, вот. Если брать Казахстан, это казахстанская организация, но мы работаем совместно с Россией, и также есть Араши ММА Российская Федерация и Казахстана. Вот. Но в данный момент наша федерация уже становится все больше и больше с каждым днем. Сейчас у нас уже более 8 стран подключены. Это как раз и Россия, и Казахстан туда входит, Киргизия, Узбекистан. То есть в данный момент сейчас только Россия какая большая. Там и Грозный будет в дальнейшем, я думаю, сейчас тоже будет подключаться. Вот. Сейчас есть Марокко, есть Южная Африка, подключились, уже тоже с нами работают. Вот. Ну, я думаю, дальше будет развитие. Я вот недавно видел ваши турниры, которые под эгидой IFC. Что это такое? Вот, там, чем правила отличаются, скажем, от типично классических вот, ММА? Ну, у нас, наверное, такое отличие как бы есть, то, что мы можем вести турниры как и в кимоно, как, допустим, как вот раньше мы работали в любительском варианте, да, так и без кимоно, то есть в рашгардах. То есть турниры можно и так приводить. Плюс ко всему мы проводим турниры как и на татами, так и в клетке. Вот, как бы такое отличие, так скажем. А так полный контакт также, а да? Так, да, полный контакт. Ну, в данный момент, видите, как сейчас есть очень много ограничений. Допустим, вот есть некоторые виды ММА, где, допустим, нельзя бить в лицо там, детям до там, 16, допустим, лет. Да? У нас это разрешается, у нас мы делаем удары. Ну, конечно, у нас есть тоже свои ограничения там. То есть, по сути, есть просто различия, как бы, наверное, в правилах, так скажем. Где-то ужесточенный есть, где-то как бы послабее. Наш первый промоушен, который мы сейчас делаем, IFC, это, я так думаю, такой первый плацдарм для, как скажем, ребят, которые только-только хотят попробовать себя в смешанных единоборствах. И я думаю, в дальнейшем им будет потом просто легче выбраться куда-то дальше. А в будущем планируете, да, также проводить турниры здесь, в городе? Ну да, даст Бог, обязательно, конечно, будем проводить. А в связи с карантином, как вот обстоят дела? Ну, тоже, конечно, наверное. Карантин, конечно, на нас всех сильно повлиял, я думаю, на всех спортсменов, не только нас. Вот. Есть какие-то ограничения, но пока, слава Богу, государство нам позволяет тренироваться. Особенно прошлый год, наверное, да, вот сказался? Прошлый год был очень такой тяжелый, нам всем приходилось выживать. Я тренировал на улице, там ребят многих вообще не было, потому что... По Zoom, возможно, да? Кстати, в том числе были тренировки онлайн, да, по Zoom. Ну, немного, конечно, но были. Но нужно сказать, что карантин, конечно, многих напугал, и просто практически 90% этих всех учеников, они просто потерялись, ну, на какое-то время. Все, спасибо большое, Руслан, за интервью. Конечно.